По дизайну мне нравится больше всего. Смотрим. А, трон этого, которого мы убили. Да, наверное. Туда спускаетесь, налево и направо. Блин. А, видимо, все-таки надо направо. На... То есть налево. Это сюжетный предмет для концовки в половине. А это уже где? Не понял. Так, вот здесь мини-квестик можно взять. Сейчас чел тебе, кстати, прикольчик подгонит. Убьет. О, да, костер. И чувак стоит. Ему разве не надо? Вот он. Ай, я его не видел. Это баба. Да, они непонятные тут какие-то. Отдать виноградные шабрири? Это для одной из концовок, но это считается как бы плохая концовка, но худшая концовка. Ну я отдал. Что, ну дала тебе? Я не отдам. Жест дала. Ну тогда на что надо? Здесь будет мне хорошая концовка. Понравится. С челом поговори. Пожалуйста, здесь трон. И чё, у него такие же скиллы, кроме одного. Да у него. Три скилла, и два из них у меня есть. А, ну после... Мне их покупать, кстати, может, они прокачиваются? Только купить можно. Если ты сейчас не купишь, он потом умрет. Ну я все купил, допустим. А, все, мы за ключом идем, кстати, прямым рейсом. Подожди. Мне нужен этот. Ты переоделся? Куда, в кого, чего? У тебя одежда другая стала или нет? А, нет, это просто не загрузилось. Ты где? Тут. Я думаю, ты сзади, я просто не прогрузился. Чем папулька? А, надо было вниз там. Так, тут ничего нету? Вроде ничего нету. Скелеты. Я спустился. Будь здоров, да. Спасибо. О, я, кстати, знаешь что? Я вспомнил, мы можем пойти с тобой пробовать убивать этого. Да, на коне. Да. Как, а ты тоже про него подумал? Да я уже давно о нем думаю. Я что-то, сейчас, бля, как... ух ты ж. Ого, вот это ты, конечно, поймал. Я так и хотел их всех собрать. Но без меня бы ты не справился. Да почему, я просто прыгал на коне. Я просто собрал там предмет, который там был. Да, я, ну я... Поэтому я с коня слез. Иначе меня там толпой запиздили.
Мне нужен это, да, ага. Еще торговец здесь. Что продает? Ты его здесь спавнил. Сорян, сейчас не появится. Так, что продает? Вот справочник воина, кочевника, вот это нам надо. Мне, о, мне нужно? Ну это... Ну я все покупаю, типа. Справочники все. О! Я этот купил, факел. Фонарь можно купить. Фонарь, да. Я купил. Так, идем теперь этого бить, да, коня, получается? Подожди, мне теперь не хватает. Говорю, подожди, не торопись. Я запустил голосование, все нормально. А я могу несколько сразу нажать, использовать монетки? Да, как? Да. Надо нажать. Применить выбранное? А, вот оно, вижу. Да. Сразу 200, неплохо. Сейчас ты увидишь новую магию. Перемещаемся? Нет, подожди, 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 подожди. О, фляги могу. Точно, черепки. Что для черепков нужно? Зов мести. Веры 14. Атрибут рыцаря горнила. А я не знаю пока. Создает наплечный рог. Понадобится врагов. Создает звездное сияние, освещающее окрестности. Нужен, блять, этот скилл за 2500 я купил. Пиздец. Просто светилку? Да. О, подожди, что мне нужно? Я хотел... Веры. Вера, вера, вера. А вера у меня 7. Пиздец, еще 7. Нет голосования. Давай, ТП-шнес. Запускаю. О, можем там еще подземелье пойти пройти, которое вначале было. О, у меня такие классные босоножки и педикюр. Ну, я думаю, сейчас мы его одолеем, мы уже гораздо сильнее стали. Мы и так его где-то, наверное, четверть. Ага, а хер там плавал. Ой, я зачем-то пробел нажимал, а не... Успел я эту. Да. А, за него 3200 дают. Я думал гораздо больше. Да ну пойдем какая-то. Ты опять вот на невидимом коне. Ну, ничего страшного. Ой, придется подождать.
Открываю? Давай. Все. Жучара, не хочешь свои ключи тратить? Я потратил и так на этот, который мы искали. Здесь будь очень внимателен и повторяй за мной. Мне просто бежать и все? Да, и направо. Что, я не успел наложиться? Нет, нет. Ждем пока. Угу. Близко не подходи. Как? К чему? Это враг? Да. У меня еще яд не прошел. Ну, яд больше там не будет. Назад не подходи. А, все, это забыл. Впереди самое тяжелое. Противники здесь появляются. Вижу. Я его просто вытолкнул. Ага. Он сейчас умрет. Умер. Так, сейчас. Есть, я успел. Пройдет. Рано ты. Как ты жив остался? Вот так. Смотри, значит, она сейчас обратно сюда доезжает, когда начинает наверх подниматься, мы прыгаем вот отсюда вниз и бежим, бежим, бежим. Ты просто делай я за тобой. Сейчас. Вот. Поехала. Быстро. Очень быстро. Можно дальше бежать. Все, здесь прячься, прячься. Не выходи. Да, я понял. Бежим. Теперь в обратную сторону, только не откуда мы пришли, а в противоположную. Да, да. Не спеши. Я тоже туда думал, еще уходит, да. Здесь проход есть? А, да. А, там ничего нет. А, да, ничего нет. Едет назад, готовься. Бежим. Не обращай внимания. Да знаю я. Вовремя ты мне сказал прятаться. Я еще и выжил. Да, прикинь.
Я сам в шоке. Они, наверное, ударили меня, я упал, и колесница проехала. А, ну ты что-то много урона получил. Ой, вот сейчас будет неприятный противник, но мы должны справиться. Подожди, да, я щит поставлю. Стой, 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 стой. Мне нужен щит какой-нибудь. Так, значит, а, ты зачем выкинул палку? Ты посох выкинул. Я что-то выкинул? Угу. Посох. А, да. Это мой? Да. Я его поднять не могу, я не убрался, мне ничего не захотел. Я тоже не могу, но я ничего не нажимал, я не знаю. Ну ладно, лежит и лежит. Наверное, мы его получим от врага как раз. Сумеешь, ты уверен, что это я выбросил его? Да, потому что я в меню не заходил. Заходим? Давай. Опять он. Да. Я даже зайти не успел, мне уже урон нанес. Я сдал. Не забывай, когда взрывается, отбегай. Да какой? Мне уже с самого начала не протонуло. Почему-то, когда босс начинает пиздить, всегда пиздит меня. Вот, я зашел, меня вот так же швырнули. Я умираю, скорее всего. Да. Конечно, ему куски отрывает прям люто. Ага. Лапку. Успел. Ты сколько, да, получил? 19,5. Я 15. Значит, успел. Что там, золотое семечко дали, да? Да. О, могу увеличить плюс одна фласка. Блин, Марики, место последнего отдыха. Место последнего отдыха. Мы там все забрали, уже больше ничего не надо. Вообще эту колесницу, кстати, можно сломать, но в другом подземелье. Здесь нельзя вроде. Так. Сейчас дай подумать, куда нам... А, мы идем дальше в следующую локацию, да, по идее. А, вот, вот сюда еще надо заглянуть.
вот это мы с тобой упустили. Надо... Знаешь, что упустили? Мне, блин, мне к боссу надо. Какому? А, твои дуды? Да! Блин. Ну, блин, побежали, чё. А, я пока прокачаюсь. Я все забываю, блин, а ты мне... Даже не сказал. А чё, я за тебя думать должен? Ой, не начинай, а. Да всё, да. Мне за тобой бежать или не надо? Да я не знаю. Он просто даже в теории не знает куда. Сейчас у меня отравление сбросится, я... Ну, я сдох. Все, мы просрали все мои 15 тысяч. Можешь не бежать никуда. Подожди, сейчас, давай уточним. Если ты на боссе умираешь, я его прохожу, ты получаешь 15 тысяч, но они в трупе остаются. Да, так? Все верно. Да, такое всегда было. У меня сейчас там, мне интересно. Потому что боссы почти постоянно агрятся только на меня. Я опять чуть не сдох, просто от ничего делать я стоял. Понятно. Ты что, близко встал? Нет, даже. Я тут не сказал. Я умер, наверное. Нет, ты живой. Я ж второго босса проебывал. Что я забрал? Мелочь. 164. Понятно. Куда-то пошимся. Пойдем вот на плачущем полуострове. А, знаешь, куда можем идти? Помнишь, мы вниз спускались, где туманная такая локация, где костры сжигать надо? Тотема, угу. Ну, уже, в принципе, по уровню туда. Так, вот это мы... Ага. К дереву едем. Айс рябиной поживился. О! А чё его? Что я радуюсь. Дай попробую подкрасться к нему. Я у него за спиной сейчас попробую.
Он согрелся. У меня. Сколько душ дали? 3600. Ну главное, вот слезы забрали. Надо осмотреться. Слышу что-то. Это птичка. Кто молитву поет, подожди. Это где вообще? Где-то тут кружусь. А, я тоже слышу. Наверху что ли? Да, походу наверху. Наоборот, нет. Еще вижу. Где ты? Ну да, но я уже убил тут. Да напила что ли? Да. Там есть что забрать? Да, какой-то предмет лежал. Чего? А как ты умер? Соскользнул. Убился? Да, соскользнул и упал. На клине марики восстанавливайся. Угу, я уж понял, я буду сюда на ней восстанавливаться. Если она и есть. А ее нет. Иди забирай душу, я пока пещеру найду, которую тут указано. Где-то она вот здесь вот у нас. Ой, у меня обморожение. Это был снель опять. Забрал? Да, я уже к тебе побегаю. А я ищу вход. Я в упор не вижу. Реально не вижу, прикинь. А вот это что? Расстроены? Вот он вход. Да. Че не так? Где? Покажи. Вот, я у них ворот открываю. Я реально не видел. Ай-яй-яй. Сейчас ты не видишь? Я вообще не понимаю, где ты. Так она за колонной была, я не видел, простите.
мое дело. Опять? Уже второй раз. Ну ладно. Их все равно на игру больше дается, чем тех. Не забывай добивать. Я знаю, я ждал. Да нет, вроде живой еще. Здесь вещица. И 4 скелета. Я делаю, что могу. Ты... Ой. Мне достаточно было запрыгнуть. У меня не получалось. Я на нее просто запрыгнул, и вот. А вот здесь проход, мы не пойдем туда? А я его не увидел. Вот, дверочку открыли. А ты зачем идешь? Мы еще не прошли в ту сторону. А, да? Только там ничего нет уже. Вот и посмотрим. А, так я там был. Там четверо мобов и предмет, я же тебе сказал, вот он. Я не забирал. Все, можно идти обратно. Ловушка, аккуратней. А ты через верх, что ли, пошел? Да, я здесь слышу какой-то вроде бы предмет, но не могу понять где. Вон он затем.